Здравствуйте. А микроволновка вам пригодится? Пригодится. Вице-президент областной торгово-промышленной палаты Игорь Шаповалов и руководитель фракции «Единой России» в Одинцовском совете депутатов Вячеслав Киреев вручили жителю Новоивановского Владимиру Буцу необходимую бытовую технику – микроволновку и стиральную машинку. В этом году Владимир Михайлович, ветеран Великой Отечественной, отметил свое 90-летие. Стараюсь все-таки двигаться, еще работать на огороде, но уже силы и черпать. Ну, это, как говорится, естественно. Сейчас Владимир Михайлович вместе с сыном постоянно живет в одном из садовых товариществ в Жаворонках. С работы ушел в 2009 году, когда ему было 79. Последние 25 лет трудовой деятельности преподавал в ветеринарной академии имени Скрябина. Когда я встречаю кого-нибудь из работников сельского хозяйства, они говорят, ну, о тебе есть память. Ребята, говорит, мы, значит, учились там, и помним своего преподавателя, который заставлял. Владимир Михайлович старается быть активным, вопреки возрасту. Ходит хоть и с тростью, но гостей встречает за пределами своего участка. А потом еще проводит небольшую экскурсию по своим садовым владениям. Это не простой человек, это человек труда. У него более 50 лет стажа. Это человек, который до последнего работал, трудился, отдавался обществу. Это как раз, наверное, тот яркий пример для молодежи, каким надо быть настоящим человеком и как себе посвящать свою жизнь пользе, пользе людям, пользе своей стране. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».